Праздничные мероприятия ко Дню Матери не обошли стороной и главную пешеходную улицу нашего города Советскую. Волонтеры Брестского государственного университета имени Пушкина совместно с представителями БРСМ, Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также Управлением здравоохранения облсполкома провели необычный красочный флешмоб. Мероприятие призвано показать, насколько велико значение материнства для страны. Каждый день у нас прибавляется мам в роддомах в Брестской области, ну и в целом по республике. Хотелось бы прежде всего пожелать уверенности в завтрашнем дне, здоровья своим детям, ну и чтобы дети по максимуму, конечно, помогали своим мамам. Но что мы к этому празднику, какой подарок в целом у нас, можно сказать, есть? У нас, конечно же, работает команда профессионалов, акушеров, гинекологов, педиатров, неонатологов, которые, в общем-то, стоят на страже здоровья для того, чтобы семья была здоровая. День матери – праздник, который дает возможность подчеркнуть важность женщины. Брещина – это один из регионов, которым удается поддерживать один из главных показателей. Рождаемость в области превышает смертность. Для матерей выделяется необходимая финансовая поддержка, у них есть социальные гарантии и права. Наверное, не понять, что такое мама вообще, весь смысл этого слова, не знаю, всей этой миссии, пока сам не станешь, пока сама не станешь мамой. Мне кажется, очень сложно понять. Я достаточно поздно родила ребенка. И вот только сейчас начинаю понимать вообще, какова эта миссия вообще, как тяжело быть матерью, сколько много ответственности вообще в этом слове, не знаю. Это очень сложно, очень ответственно, и, наверное, большей миссии в жизни для женщины быть не может. Поэтому этот праздник, не знаю, он должен быть и наряду с самыми крупными праздниками, не знаю, в любой стране. Я считаю, что для таких вот маленьких деток, как вот у меня сын, есть старшая дочка, но значение мама для них очень велико. У меня уже дочка 4 годика, и она это слово произносит каждый день, и для нее это самый близкий и дорогой человек, я считаю, что во всем мире. Поэтому я думаю, что и сын подрастет, когда начнет говорить, для него это слово будет самое дорогое, близкое к сердцу. Мы с сынком желаем нашей мамочке, чтобы она оставалась всегда такой хорошо, ну, всегда такой хорошей, замечательной, всегда любила нас. И мы ее тоже ей ответим такой же любовью. Во время флешмоба его участники нарисовали одно большое солнце, на котором любой желающий мог написать поздравление своей маме. Красивые песни и необычные танцы – все сегодня для них. И разноцветные шарики с пожеланиями отправились в воздух в знак уважения ко всем матерям.